Срочная новость. В Приднестровье прошло заседание Совета безопасности при президенте. Принято решение ввести на территории страны чрезвычайное положение в экономике. Причина – острая нехватка газа. Определен приоритет подачи газа. На первом месте – газ для населения. На втором – промышленные предприятия. На третьем уровне приоритета – выработка электроэнергии на экспорт. Ситуация возникла после того, как «Газпром» на 30% уменьшил поставки газа в Молдову, а значит и в Приднестровье. Приднестровье ввело режим экономии газа. Приостановили работу крупнейшие потребители – ММЗ, РЦК. Были отключены майнинговые фермы. Принятые меры экономии позволили сэкономить 22 миллиона кубометров газа, но оказались недостаточными. Стало понятно, что поступающего от «Газпрома» газа не хватает. Если даже мы вот при этой экономике, которая уже существует, будем двигаться до конца месяца, то у нас будет отрицательный баланс порядка 15 миллионов кубов газа. То есть мы их не сможем, так сказать, сэкономить или откуда-то взять. Их нет просто. Их просто нет физически. Газа нет. Все. Уменьшить потребление позволит снижение объемов поставок природного газа на молдавскую ГРЭС, отметили на заседании Совбеза. Информацию о прошедшем Совете безопасности опубликовали на сайте президента. Совбез счел целесообразным ввести на всей территории Приднестровья чрезвычайное экономическое положение. Президент подписал соответствующий указ. Он направлен в Верховный Совет для утверждения. На завтра запланировано внеочередное пленарное заседание.